Куда это мы пришли? Это сквер пионеров. Сейчас зайдем. Вот какой он красивый. А там металлургический комбинат. Оденем, оденем. Одеваем. Это все какие-то памятники. Что там написано? Миш, ну по памятникам некрасиво лазить. Не надо. Миш, а что это у тебя в руках? Мне хочется плача отдать одеть. Ну давай, иди одену. Миш, ой, давай Павлику противогаз оденем. Нет, Миш. Ну давай тебе, а потом Павлику, хорошо? Голову вперед. Вперед, на меня голову давай. Блин, подселить бы что-нибудь, ничего нет. Миш, ну как, дышишь? Да. Нравится? О, что-то я вижу. Что же ты видишь? Ну, что, что? Мальчик, что случилось? Почему ты в противогазе? Папа, Бог Зевс. Бог Зевс? Миша, смотри, не врежься в девочку. Миша, ты куда пошел? Давай возвращаться уже, все. Далеко нельзя отходить. Ну как тебе в противогазе, нравится? Да, нравится. Какие листики. Какие листики? Мы будем поливать цветы. Цветы поливать? Там да, нечем. Конечно. Конечно. Павлик, вот и мы. А можно Павлику померить?